у главного фаворита нашей команды порвалась цепь. Причем не просто что, а поехал, купил новую цепь и все. Вот. Суть в чем? Цепи тут достать вообще невозможно. Я вот где-то раздобыл, короче, кусочек цепи. Вот. Она, к сожалению, меньше, чем его родная. Вот. Но сейчас будем из двух делать одно. Видите? Она меньше. Вот. Купил непонятный выпрессовыватель. Подойдет, не подойдет, тоже неизвестно. Ну, начнем работать. Ну, наконец-то. После изнурительной жары наконец-то пошел ливень. И такой добротный. Сейчас начнет подтапливать меня. Красиво, красота. Супер. Так это не хватало пару часов назад. А то руки черные. Весь черный. Зато сделал аппарат. Все. Заводится. Цепь на месте, колесо на месте. Везде смазочку добавил. Все, теперь вантос будет гонзать. По полной программе. О, вот и все. Майский дождик называется. Грибной. Не грибной. Червячный.